Здрасте, накрасьте, меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Сегодня я вам покажу, как делать процедуру ламинирования бровей с помощью новой системы Brow Fix Up Elan. Первый этап – очищаем кожу детокс-муссом. Смываем водой. Следующий этап – если у вас кожа чувствительная, тонкая, либо сухая, рекомендую нанести крем с аргановым маслом Elan. Наносим на кожу вокруг брови. Берем первый состав и наносим на волоски. Если у вас на коже есть ранки, либо какие-то очень сильные шелушения, то процедуру ламинирования делать нельзя. Сначала наношу только состав, стараюсь наносить только на волоски. Через 3 минуты я уже еще раз прочешу. Если волосок тонкий, как в данном случае, накрывать пленкой не нужно. Если волосок плотный, можно накрыть пленкой, тогда увеличивается температура и состав действует быстрее. В данном случае мы выдерживать будем по времени около 6 минут. Сколько мы выдерживаем первый состав, столько будем выдерживать и второй состав. Если же волос более плотный, то выдерживать можно до 15 минут. Первый состав имеет pH 9. И вы увидите, когда он начинает действовать, потому что волос начинает светлеть. Это нормально. Первый состав смываем водой. Выдержали 6 минут. Повторно вокруг брови нанесу аргановое масло, для того, чтобы защищало и от второго состава кожу. Второй состав, он кислотный, pH в среднем 2,5-3, поэтому может, если есть где-то ранки, либо раздражение, чуть-чуть пощипывать. Это нормально, потому что там есть перекись водорода. Первый состав у нас разрушает дисульфидные связи, а второй состав их фиксирует. Поэтому, когда вы наносите второй состав, важно уложить волоски в том направлении, в котором вы хотели бы, чтобы они у вас находились в дальнейшем. Я состав нанесла, теперь выкладываю волоски по форме, как мне нужно. И можно зафиксировать пищевой пленкой, либо у меня накладкой из винила. И засекаем 6 минут. Смываем хорошо водой и далее смываем детокс-муссом. После второго состава волоски потемнели. Это означает, что реакция прошла успешно. Теперь прорисовываем форму карандашом. Изначально хорошо прорисовываем нижнюю линию. Берем кисточку номер 9, Detox Mousse, и подчищаем линии. Удаляем лишние волоски с помощью пинцета. Воском лучше не работать, потому что кожа и так чувствительная после ламинирования, поэтому лучше волоски убрать пинцетом. Краску берем цвет Spicy из серии Smart Brow Tinting System. И я буду работать двумя кисточками, номер 8 и номер 4 из серии Face. Изначально прокладываем нижнюю линию. И кисточкой номер 10 выравниваю линию. И восьмой кисточкой заполняю полностью всю бровь. Отодвигаем начало и размываем ремувером. Все, смываем водой.
после воды наносим Color Fix. Нам нужно затонировать зону, где мы стерли тон. Наносим консилер под бровь. Берем немного геля Elan и теперь просто прочесываем. Очень важно, перед тем, как начинать делать процедуру, обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Надеюсь, видео было для вас полезно. Обязательно подписывайтесь на канал. Отмечайте меня в сторис. Самые интересные сторис получат от меня футболки. Всем пока! Перед тем, как начинать делать процедуру впервые, первый раз. Еще раз. Ну, я думаю, тут вырежешь, да? Надеюсь, видео для вас было полезным. Это бывает у меня такое, да, Юр? Еще раз. У меня, Настя, у меня с концовками не получается.